Всем привет! Это продолжение моего FIFA сериала в Sid Meier's Civilization 6, где я играю за Майя. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании вы ее можете найти. Всегда интереснее все-таки смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра! Три хода. А, блин, это компьютер. А мне кажется, он во рту идет. То есть химия его тоже открыл. Ну, значит... Ну, значит... Либо тебе надо напрягаться, либо австрийцу. А австрийцу как? Зачем датчанину напрягаться, если я ему дал уголь и деньги на... Забыл, на научный договор. Ну, это такой обходной маневр. Да нет, это слишком сложно для... Да не прибедняйся. У меня два кешка есть, так что тебе не получится. Да ладно. Как я дебильно просрал. Ну, это не совсем, конечно, просрал, но 10. Был уверен, что он в моем радиусе. Ну, ёперный театр. Блин, два хода. Так, вот сейчас мы можем все-таки один ход как-то сократить. Или не можем, блин. Не, вот построено. Фух. Один ход. Найс. Блин, на один ход все-таки Австрия меня опередила. Ну, мне тоже надо свободу принимать. Тут просто с моей территории нету выбора. Мне порядок никак не зайдет. Ни в каком виде. Только все переключил.
Грустно сейчас с алюминием везде. Кроме, наверное, шведа. У меня есть алюминий. Ну так, немного, но есть. Да, у шведа тоже есть. Я, правда, не вижу такие залежи, как были в прошлые разы. Взял на... чтобы быстрее великие люди появлялись. Но это тут важно. Это тут важно. Следующего бактуна я возьму инженера. Естественно, естественно, на... статую свободы. Два, три, четыре, шесть, восемь. Два, три, четыре, шесть. Ну. Бранденбургские ворота строят из Стокгольма. И, и удобрения открыты, да. Ну, видимо, значит, австрийцу надо готовиться, раз... раз он... сложно пройти через Ванкувер и Сингапур. А он не будет проходить, я думаю, он переплывет вот через это море. Ну, переплывет вряд ли. Или просто Ванкувер быстро возьмет. Ванкувер, кстати, ему быстро берется. Сейчас бы свои бегашки. Как бы... датчанину что подумать, прежде переживать, мне кажется. У них тоже территория такая, что без артиллерии сложно. Решил заинженерить. Боюсь, я не успею, блин, и в статую свободы. Но металлургию... открыл только швед пока. Thank you.
На 7%. Найс. Уже 6-9. Мне просто счастье надо, чтобы плюс вернулось плюс 10% к науке. Я самый несчастный майя на свете. Возможно, типа тут надо было ставить, чтобы и достать серебро. Возможно, я не спорю. Но мне хотелось на море оставить город, чтобы в будущем можно было его отъедать. Так, металлургию кто-то открыл. Скорее всего, австриец. То есть немного впереди меня идет. А он тоже идет в статую свободы, как вы понимаете. Как я эту академию поставил? Хреново. Разница в чем? Видите, я тут плюс 10 получаю, да? А здесь эти 10. Трансформировать, видите, City Modifier 133%. То есть, они бы трансформировались в 23. Вместо 10 я бы получал 23 науки, плюс еще 13 науки. Вот вся разница. Потому что здесь идут еще всякие здания, видите, плюс университет, плюс 33%, ну и так далее. Поэтому, обсерватория 50%.
Зато Дания в автократии. Так, у меня следующим ходом с датчанином, а потом с австрийцем ускорение науки будет. Там отходил, никто ничего не говорил. Что? Отходил, никто ничего не говорил, австрийцы. Так, инженер через 34 хода. Через 10 ходов ученый. Так. Блин, 8 ходов. Так я сейчас могу открыть уже. А где ж у меня инженер? А инженера и нету. Моя. Чего? Отдай 3. А нет, все, не надо. Как раз 3 дотянулся. У меня 8 алюминия. Стелсы уже начинаешь строить? Да. Следующим ходом еще с австрийцем. И боюсь, как бы я уже не открыл статую свободы, а инженера нету. Вот я не помню, как этот буктун, блин, считается дебильный. Ну, не знаю, я второй по науке, на 5% разница со шведом.
Ну вот, австриец Steam Power открыл, походу. Да, явно он раньше построит. Инженер у него есть, да? А, у него и ученый есть. Я не понял, куда у меня поплыл этот... Блин, мискликнул, что ли? Ну, пока он не открыл. Ой, уже значки пропали. Может, надо было... Ну, я честный, понимаете. Обещал чуваку дать уголь. Надо было, наверное, повременить. Вот бы тебе этот навык не дал, моим. Договор. Не знаю. Португалец, ты не хочешь заключить мир, если я пообещаю Цюрих не перекупать? И Генуя. Что? Цюрих и Генуя. А почему вы в Генуе ударение на У делаете? Не знаю. Сейчас согласен. Ну, хорошо, и ты мне еще обменяешь красители. Как только они появятся, окей. Ну или дашь денег на их обработку. Клетки. Зачем тебе деньги на их обработку? Они же у тебя в границах. Ну, в фивах есть у тебя красители уже. Так я же трейжу их. И когда у тебя заканчивается сделка, глянь, плюс. 159. Я могу обработать еще одни, но нужно клетку купить. Хорошо, но давай я не выкупаю у тебя ГГшки где-то ходов, ну, 20. Давай 30. Сколько тебе голды нужно на обработку красителей? 50. Блин, 50? Вот у него есть. Хорошо, давай. Инженера у меня кидать. Нету.
Все равно три хода. Без вариантов, да? О, один ход. Но Лекс этим ходом и сейчас использует инженера. Все. Ну, я надеюсь, что он со шведом будет воевать тогда, а не я. Пойду, наверное, тогда датчанина попробую забрать. Так, а в батлшипы фрегаты капаются, да. Я думаю, шведу памятники отдавать нельзя, да? А, только для них нефть нужна, блин. Так что по любасу. Нет, вообще идем в лабы. Кто как голосует? Я против памятников. Ждать, если у него больше голосов. Ну, потому что он не может за одно и то же. И за то, и за то. Ну, интересно, просто Египет еще себя поведет. По всем, я думаю, спас. Тут проплыва нету. И вот знаете... Ой, сори.
Ну, теперь у меня, походу, забирание датчанина – это единственный шанс на победу. К сожалению. Тогда инженера, наверное, на Христа Искупителя использую. Ну, ученых нельзя копить, естественно. Ну, датчан, голосов датчана не хватило. Ты датчанин голосовал. Так, а чё португалец проголосовал против эмбарго ГГшек? Он и так может золото не фармить. Ну, не тут знаю. Датчанин не проголосовал за то, а португалец против этого. Ну, окей. Ну, уже нету смысла сажать ученых в академии. Они дадут меньше науки, чем осталось ходов. Поэтому имеет смысл их сжигать.
Ну, смотрите, как видно, что у меня проблемы вообще с ресурсами и со счастьем. То есть я практически последний всегда был по поддержке, то есть у меня как раз счастья мало было, но при этом я не первый по населению, далеко не первый. Швед только сейчас вышел в модерн эру. Ну вот я могу инженера с религии взять. Я не знаю, стоит ли его оставлять на науку. И с Бактуна еще могу взять. А Грац-то на море. Португалийская, да, краситель? Говорили, что в радио или, да? Идеологию принимать. До сих пор не принял. Португалец, ты тут? Меня слышно? Да, слышно. Тебя слышно. Видимо, португальца нет. Ну теперь-то за бота не голосуем, да? За Португалию давайте. Что-то сомневаюсь, что мы сейчас шведа сковырнем. Португалец, ты тут? Да, что? Когда красители будут? Вот еще начал обрабатывать. Шел долго. Так, за кого голосуем?
за Португалию. Но смысла нет так в голосовании. Ну, швед почетерил в прошлый раз. Вообще надо бы его заставить. У нас же 14 голосов. А, у нас 14. Да. Как бот проголосует? Ну, бот за себя. Бот за себя, да. Ну, если вам не хватает, ладно, я могу проголосовать за португальца. Я в прошлый раз нарушил правила. Да, голосую за португальца. Ну вот, инженер, как я говорил, на Христа. Но вам в любом поэтому, случае, видимо, вот так. Тут я буду оставлять на... Ну, ты голосуй. На ученых. То есть надо еще построить храмы. Ну, мне уже начинает казаться, что тут главный соперник больше австриец, чем швед. Но я надеюсь, что они между собой будут. Все-таки. Я не собираюсь на австрийца нападать. Блин, просто потом апать во фрегаты это 120, потом еще апать в батлшипы там 200, чем у меня тупо не будет денег столько. Фивы, Мемфис, и он проиграл португальцу. Тут своими колясками, по-моему, вполне можно было. Не знаю. Че, у тебя ни одной соли нету? Такой. Забанили соли. А как автократ без алюминия остался? Остался мне воевать? Никак. Ясно. Может, надо было сначала алюминий открыть, а потом вот радостно в автократию. Лететь в экологию, в скобочках, что-нибудь делать. Thank you.
Я в очередной раз фигню сделал. Забыл выключить покупку за веру инженера. Вот мне этот инженер с верой не нужен. Мне надо было копить веру на ученых. Потом с рационализма. Да, ну это просто вот трындец. Просто офигенно не везет и все. То есть он берет с инженера и его строит. Что, как с этим бороться? Мне непонятно. Египтянина в столице был и уголь, и алюминий. У меня ничего бы не было. Не заправку. Ну, уголь у Генуи в итоге. А так да, у египтянина есть уголь и алюминий. Я вообще не понимаю, как он тут тебе смог проиграть со своими колясками. Не расскажешь? Видимо, не расскажет. Я построил 4 лучников и снес в обычных. И перекликал его вообще везде. Португалец все равно тырит тихи. Ничего себе, португалец-автократ. Что-то порядок никто не принял вслед за шведом. Сила. Две технологии заходят. Шпионами. Конечно. Ну, я даже теперь не знаю, на что мне инженера бессмысленно взятого тратить. Просто посадить его в фабрику, если только. Потому что никаких чудес, за которым я хотел бы гнаться. Ну, Хаббл запрещен, естественно.
Зачем он не запрещен, но его, там надо сажать только в академию. Леша, а за сколько голды продашь апельсины? Это кто спрашивает? Швед. А поменяться ни у кого нету? А что тебе нужно? Ну, того, чего у меня нет. Что у тебя двойные. У меня двойной апельсин, но апельсин ты и так берешь, по-моему. Нет, не беру. У тебя свои апельсины? Ты кому говоришь? Это стрельц говорит. Ну? Ты не берешь апельсины? Нет, нет. А почему мне написано, что тебе не надо апельсины? Я не могу с тобой ничем поменяться. А, точно, да. Ну, короче, я могу либо австрийцу, либо шведу продать. За сколько это золото вход? Вы можете аукцион устроить, если вам надо. Так, не надо никому, да? 15 голды. Понимаешь? 15 голды это австриец? Ага. Швед. 15 голды вход? Ну да. Что-то дороговато, я спасу. И апельсинки уходят в Австрию. Так, а вообще фрегаты можно начать строить, кстати. Второй по молоткам, разница, блин, на 130 молотков. Народ, у меня мышка лагает, мне надо сейчас дойти минуты на две. Что у вас там постоянно происходит? Куда-то ходите, что-то с мышками, прям спокойно не поиграть. В принципе, я смотрю, что у меня уже хватит денег со фрегатов апнуться в батлшипы. Тут только вопрос в наличии нефти. Ну, в общем, смотрите, план у меня простой. На самом деле, если я буду дальше сидеть в развитии играть, то я не могу тут выиграть никак. То есть, ну, развитие очень плохое в этой игре. Я много и забыл, ну, откровенно, лучше, ладно, в конце игры об этом поговорим. Но у меня по-хорошему сейчас остается один вариант, это кого-то все-таки захватить. И буст от захвата мне может дать. Варианты у меня на захват только два. Это либо Дания, либо Австрия. То есть Австрия с суши, Дания с моря. Дело в том, что я считаю, вот на данный момент лучше по развитию, ну, на первом месте у нас швед идет, на втором Австрия, на третьем датчанин, на четвертом я. Если я буду нападать на австрияка, во-первых, мне придется строить наземную армию. Вы сами видите, что мне идти по земле очень хреново, у меня никаких дорог нету, ничего. Ну и плюс, у австрийца просто все лучше. Я уверен, что он отобьется. Тем более, что он второй. И идея, как мне кажется, лучше его не трогать, чтобы он мог хоть как-то конкурировать со шведом. Или мог... Ну, может, в будущем напасть на шведа, и тогда, если я заберу датчанина, помогать австрийцу со стороны именно датчанина. Я хотя бы с городов датчанина могу шведа атаковать, потому что со своего места я шведу сделать не могу ничего вообще, в принципе.
Поэтому вот я и строю, ну, то есть я планирую фрегаты апать в линкоры и нападать на датчанина. Ну, получится это, получится, не получится, ну, что сделать? Я хотя бы пытался. Других вариантов тут я, к сожалению, не вижу. Возможно, я, конечно, что-то проглядел, но развитием я не могу ничего догнать, в принципе. Это, ну, я не вижу варианта. Если я захватываю датчанина, я возвращаюсь реально в игру, у меня есть хоть какие-то шансы. Так что вот я на этом пока рассчитываю. Так, ну что, момент истины. Будет ли у меня нефть? А это важно. И... Отлично. Прям под академией то, что надо. Ну, это похуже, но 7 штук есть. Круто. Я вот не помню только, сколько апгрейд стоит. По-моему, что-то там... Ну, 200 с чем-то это точно. Вот я не помню, то ли 250, то ли 280. Исходя из этого, надо считать конкретно, сколько покупать. А сколько строить, в смысле. Сейчас я гляну, у меня на сайте есть гайд. Сколько, во сколько? Так, морские. Фрегат 265. Значит, сейчас у меня 1419. 265 это 530 тысяча. О, что-то украсть могу. Химия. Найс. Ну, примерно где-то на 5 кораблей у меня должно быть. Так что... Так,
Его все ГГшки, кроме двух. Зеба. И он их и купит через 20 ходов, где-то меньше даже. 146. Через 15 ходов он их и купит. Ну, денег у него не хватит. Скажите, сейчас просто караваны ходят на еду, они сейчас кончатся, он кинет на деньги и все. Кажется. Египет предлагает эмбарго Португалии. Подожди, то есть португалец принимающий, но он ничего не предлагает? Мы не сможем. А, мы сможем, да, католицизм. Чтобы не прошел. Не, католицизм не пройдет. Подожди, знал, что только две ГГшки не выкупил, а? Да. Что не было софта, тогда мало, 15. Потому что еще по 2 не считается за... А, все, я понял. А когда считается? Там, по-моему, нет. И чё, и он типа победит дипломатии? Нет. Будет написано, сколько голосов ему требуется для победы дипломатии. Там не все просто. А если за него еще Египет проголосует? За него, да, Египет не проголосует. Тогда надо будет кого-то звать, чтобы он зашел за Египет. Слушай, датчанин, что у тебя там замечник на островке выше меня сидит? Он смотрит за флотом твоим. Окей. Не жалко деньги тратить. И что, видит флот какой-то? Да. Два кораблика с художниками. Полные трюмы.
Раз, два, три, четыре, пять. Так, этого достаточно будет. Кстати, я смогу еще дань с городов государств пособирать, я так думаю. Он не должен меня видеть, по идее, только я его вижу. И у нас там договора какие-то. В минус уйду, по счастью. Что-то денег у меня нету опять. Видимо, надо золотые века запускать. Хотя бы один.
Вообще, надо было бы, конечно, к нему шпионов отправить. Против католицизма. Я тоже против католицизма. Вообще его ни разу не избирали, а не победить дипломатию не хватит голосов. Ни религии, ни избирал ни разу, не знаю, о чем делится. Это просто как приятный бонус. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.